есть только красавец на сцене. Это же истинное удовольствие. Представьте, как мне хорошо рядом с ними. Пол номер 30. Прошу на вас на первую линию. Выходим в линеечку. Соответственно, с номерами. 21-й, 28-й, 30-й. Лицо. Судьям, пожалуйста. Идет отборочный раунд, я напомню. Судьи оценивают пропорциональность, телосложение. Пожалуйста, направо. 13. В мою сторону повернитесь. Еще раз направо. Спасибо. Еще раз направо. Спасибо. Лицом к судьям. Спасибо. Участницы могут встать на свое место. И следующая шестерочка. От 36 номера по 46 включительно. Пожалуйста, на переднюю линию. Встаньте, пожалуйста, в одну линию, вот по красную линию, пожалуйста, чтобы судьям было удобно. Судьи уже работают. Зрители аплодируют. Спасибо. Направо, пожалуйста, девушки. Спасибо. Еще раз направо. Спасибо, еще раз направо. И лицом к судьям. Спасибо. Девушки встают на свои места. Следующая шестерка. Лицом к судьям. Пожалуйста, повернитесь направо. Зрители могут поддерживать девушек. Спасибо, еще раз направо. Спасибо, еще раз направо. Спасибо, лицом к судьям. Спасибо участницам, они могут встать на свои места. И следующая шестерка. Прошу вас. Юлька, давай! Спасибо, повернитесь направо. Зрители, как они мели. Прямо тишина в зале. Спасибо, еще раз направо. Спасибо, еще раз направо. Спасибо, лицом к судьям. Спасибо. Можно занять свои места. И две очаровательные участницы у нас остались. Прошу вас. Кто-то встать на красную линию. Пожалуйста, направо. Спасибо, еще раз направо. Похоже, зрители приходят в себя. Спасибо, еще раз направо. Спасибо, лицом к судьям. Спасибо, можно встать на свои места. Просто стоять номерками к судьям, иначе они вас не вызовут. Они просто не увидят ваш... Если у судей пожелания...
знаниями. Мы можем поаплодировать участницам, они работают для вас. Лучшая! Ова! Спасибо. Номер 68 Павлова, номер 96 Мурова Елена, Москва. Спасибо. Номер 27. Настя Жги! 27 и номер 36. О! Да! Да! 13 жги! 96 не жги, все зажгла уже. Пожалуйста, направо. Оля лучшая! Да! Спасибо еще раз, направо. Спасибо еще раз направо. Спасибо еще раз направо. Спортсменки могут занять свои места в линии. Ждем еще пожелания от судей. Так. Нет, это уже выбирает другое. Пожалуйста, направо. Сейчас направо. Спасибо еще раз, направо. Спасибо еще раз, направо. Спасибо, лицо к судьям. Спасибо спортсменкам, они могут занять свои места в линии. Есть ли еще пожелания у судей? Вижу, что есть. Судьи определяются, девушки, не расслабляйтесь. Леночка, работа, работа, Лен. Всевидящая судейская ока. Номер 45. Пожалуйста, направо. Спасибо еще раз, направо. Спасибо еще раз, направо. Спасибо, лицом к судьям. Вижу еще заявки от судей. Спасибо, спортсменки, можете встать на свои места. Сравнения продолжаются. Для судьи номер 7. Спасибо еще раз, направо. Спасибо еще раз, направо. Улыбайся, лисё. Спасибо, лицо к судьям. Умничка. Спасибо. Спортсменки могут встать на свои места. Есть ли у судьи еще пожелания? Да, нет. Есть желание не уходить. 96. Давай, да. 50. 11. 44, 27. Что-то как непонятно. Пожалуйста, направо. Спасибо. Еще раз направо.
раз направо. Спасибо, лицом к судьям. Спасибо, спортсменки могут занять свое место на линии. Судейская бригада. Есть еще пожелания? Судьям очень сложно это сделать. 96-й отдает. Судьи очень красивые. И домой пойдем. И домой пойдем. Итак, для судьи под номером 2 приглашаются участницы под номером 11. Номер 13. Номер 54 и номер 53. Для судьи номер 2, пожалуйста, направо. Спасибо, еще раз направо. Спасибо, еще раз направо. Спасибо, еще раз направо. Спасибо. Спортсменки могут занять свои места. У меня все тот же вопрос к судейской коллегии. Будут ли еще пожелания? Пожеланий больше нет. Аплодисменты участникам. Спасибо большое вам, девушки, за доставленное удовольствие. Дура Триеута. За что третье? Третье место остается за Дорошкевич Анастасии, Дура Триеута. Серебряным призером наших соревнований становится спортсменка под номером 11 Румянцева Екатерина Ярославль. Итак, серебряный призер Румянцева Екатерина, город Ярославль. Просьба девушкам встать чуть-чуть пошире. Между вами сейчас расположится победительница наших соревнований Бабикова Ольга. Бабикова Ольга, победитель соревнований категории женщины фитнес-бикини. Фотография на память с Ольгой Уриной и Аней Зеленцовой, а также призовой тройкой. Тренера не награждаем, так как победительница тренируется самостоятельно. Еще одно фото на память. Сколько красивых девушек. Ума сойти.